Я ухожу. Сейчас тест-драйв сделаем и все. У нас три жидких ключа. Что? Гутьер, хваленый Валера и Феликс. ВД-40. Вот она вкусно. Вместо одеколона можно использовать. Вот это рубрика. Пранки. Поменяли местами. Провода на свечах. Подсвечники. Сейчас он, кто знает, он сейчас не заведет. Но Ниву никогда не разбирал. Я говорю, сейчас научу. Горь земли просто бахнул туда и все. Дашка! Ну, она, по ходу дела, готова. Она уже убежала. Ой! Это что за удачный эксперимент? Что бывает, когда скорость не выключаешь на Т-150? Не на всю врубил газом. Я так и понял. Я на всю никогда не врубаю до середины. Не, ну это когда полностью. Когда, когда постоянно, уже зиму отстоял. Ладно, ты главную скорость выключил? Еще раз, на всякий случай. Ты знаешь, да, это? Да, я видел. Походу это не работает. Как там скорость включена? Может, дергать речи надо? Я ухожу. Когда какую-нибудь машину толкаешь, а водила зажигание не включил. Кто не включил, то же самое. Или из этого с кривого крутишь, а зажигание не включено. Сейчас должно вспыхнуть. Ну как у более опытного тракториста, пусть заводит, да? Вот так вот удивительно заводится, что можешь какие-нибудь там гаечки прикрутить. Ну дурак, это 150. Да, гаечку я завтра привезу. Да что я привезу? Вон, электроприборов хватает, валяется там что-то. Не, ну это специальный, который на свечечку закручивается. Ну это понятно, он в шестерке как будто под эмиль лежат свечи. Не, ну... О, давай дергай! Я видел. Ты видел, да? Сейчас он будет чипыхать по-модному, да? Что, не получается? Нет, представь. Иди отсюда. Ха-ха! Я раз это... В поле помог там эту сделать. Кировец. На аппаратуру что-то покрутить. Два залома и все. Она уже давно лопнула, по ходу дела. Что она держит? Она, значит, не ходовая часть. Это рама, наверное, а что она держит? Вот они, полурамник. Ну куда ты там денешь, у тебя будет работать? Тихо! Все текет, плывет, блин. Что сказал, тихо? Тихо тебе. Вот это тебе рыжим наказание. Понял? Свечка. Вышли на разрыв, раз. Дело пошло. Ну и так и держи, а ты заводи. И все будет, что вы. Называется вандал. Это вандал. Понимаешь? Это называется. Это вандал называется. Нет, это донорство. Нет. Донорство, блядь. Я же говорил, дело было не в бобине. Видишь, что самоизоляция с людьми творит? Так. Чё? Так. Суй палец! Суй палец! Понял. Стой! А ты что, не проверил? Я думал. На скорости, Дима! Служи вытащить на сухое. Да. Пляп. Да хуй, ну так бы надо. Подожди. А почему шмургалка висит? Почему ее еще никто не спиздил? Я знаю, почему она еще не спиздила.
150? Я тоже не знаю. Да не, она короткая. Трактор-то заводили, чтобы отцепить дискатор и подцепить сеялку стерневую. Сейчас надо в ней лапы поменять, там, еще там по мелочи посмотреть и все, потому что половину будем сеять стерней площади. Ячмень овес. Все, нормально, да? Какой? Этот, ну молодец. Чурочку надо. Где научил? А что ты тогда штурты расставил? По ходу дела сначала зад на навеску, навеску. Вот. Еще засунул. Ровно только ставь, блядь. Ту вспышку проебем. Образец. Завтра покупать не будет. Не сходить, пчелок не навестить, да? Надо навестить, узнать, что там, как там обстановка у них. О, понесли! Понесли! Вчера не было. Видите, вчера не было. Сейчас тест-драйв сделаем и все. У нас три жидких ключа. Гутьер. Хваленый Валера и Феликс. Что у нас? Феликс сколько у нас? Феликс 160 рублей стоит. Валера 300 с копейками. Одинаково, по 400 они все. А Гутьер что-то 220 или 230 стоит, короче. Ну, ну давай. Полез первую крутить. Так надо это, ты надо попшикать все. Ну, что, вот это якобы не крутилось, да? Вообще. Вообще не крутилось. Ну-ка ты проверь, может она крутится. Может зря. Я бы тебе помог, то ты даже ключ не одел, крутишься, ну, да чего ты халтуру тут не делаешь, ну. Я залажу. Ну. Он откручен, он вообще никуда не крутится больше. Ну давай, сейчас жидкий ключ. Сколько дадим повисеть ему? Не знаю. Феликс, Феликс вообще красавый. Феликс это мой фаворит, потому что он стоит дешево. Дешево и сердито. Я бы тебе помог, но я туда не залезу. Пошел, да? Он может сорваться и потом не пойдет. Вчера не хотел, походу, крутить никто. Ну, я так и понял, что это... Нет, вы же как там? Что ты делаешь? Что ты вчера... А, что ты делаешь? Ничего не делаю. Это вчера делал. Да вчера же не доделал. Вот не доделал. Так и у вас получается, да? Я свой ряд выкрутил. А мы сейчас этого специалиста, который вчера не хотел крутить, мы его сейчас это... Попшикать, ну что, сейчас возьмем, тогда что будем брать? А есть что еще? Мы сюда попшикали этого Феликса, да? Что там уже 3 минуты я тут наснимал. Ну ладно, возьмем Валеру. Что тут пишут? Интенсивно трясти, нанести на деталь. Подожди 10 минут. 10 минут ждать, они что, совсем с ума сошли? Ну все, сейчас вообще тут. Ну все, короче, напшикал, да? Аж все, блядь. 10 минут. Давай пока Феликса попробуем. Феликс-то, Феликс уже пойдет. Это... Феликс, это вообще красава. Ой, блин. Проклятый радикулит. Давай. Пшикаем сверху Гутьера и ждем еще 4 минуты. Вкусно пахнет. Вкусно, вкуснее. Можно за место дезика. Ну и правда. Нет, самое вкусно пахнет ВД-шка. ВД-40. Вот она вкусно. Вместо деколона можно использовать. Че, Гутьером попшикал и пошел, что ли? Вот видите, и как тут быть? И что помогло? А, пошел! Вот! 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 Это самый лучший жидкий ключ! Лучше! Вот это да, вот я такой жидкий ключ люблю, потому что всегда берешь новые болты сюда. Всегда. Ну-ка. Ага. Ну дальше что? Одень хорошо. Ключ идет. Ой, это все проворачивается. Мы зубило забивали.
Это хороший звук. Но это болт идет. Гайка так и не пошла. Не работает этот Валера. Ну. Нет, туда, не сюда. Так оно не будет, потому что ты ж нет. Не сломается, оно расклинивать надо. Проворачивается эта штука. Эксперимент не удался, короче. Считается недействительным, да? Это рубрика «Пранк, пранки, пранки, пранки». Поменяли местами провода на свечах, подсвечники. Сейчас он, кто знает, он сейчас не заведет. Вечером посмотрим. А оно с толкача заводит. Посмотрим, что это будет. Весело должно быть. Иди сюда. На, травки. Смотри. Идите, пойдем. Пойдем, Даша. Пошли. Пойдем к другу тебя поведем. Пошли. Давай, выходи, пойдем. Что ты? Не, резать не будем, пойдем. На свадьбу. Друга нам. Пойдем. Мужику. Пойдем. Видите? Давай, травку же хочешь? Свеженькая, майская. Правда, 25 апреля только. Ну давай. Пошли. Дашу, иди. Иди. Вот выходи. Еще шажок. Ну что, пару шажков надо сделать. Мне говорит, не пойду. Еще цепи надо будет новые поставить. Цепи новые тут. Подварить и стремяночки надо будет. Что-то я не понял. А вы что, стремянки поставили? Стремянки, что ли, поставили? Нет. А, ты их обшикали только. Все, раньше. Их две у нас таких. Сцепку Кирова стегала сейчас. Больше муки, лучше по одной. Ну, грубо говоря, 15 где-то сеет в день. За сутки 30. Потолок больше не посеешь на ней. Эти вот купили, видишь, Феликс за 160 рублей, Гутьер за 220 и Валеру Хваленого с 300 с гаком он стоит, 335. Знаешь, что скажу? Никакой, сука, разницы. Да, Гутьер-то пошел. Ну вот это вот, да, вот этот вот пошел. Попшикали Феликсом, не пошло. Ну тут же этот же болт посыпали Гутьером. Пашевый состав глянем. А тут растворитель. О, одинаковый состав. Феликс и Гутьер. Одинаковый состав, Андрюха. Так, очередное испытание хваленого Валеры. Вот эта штука у меня вообще прям на глушняк заржавела. Раньше крутилась от руки. Сейчас проверим. Конечно, я не верю, что он поможет, но тут как вроде как закручивается. Чуть-чуть подтянуть было бы неплохо. Никакие тут ни Валеры, ни хуй. Снова здрасте. Вчера мы сцепление снимали. Сегодня тут, короче, с Алешей. С Алексеем. Алексей, Алёша, сынов, да? Тут и приводу поход делал. Не, ты его не выдернешь. Там он трипоидный или какие там. Да тут его, походу, вот это держит. Резинка, что ли? Да, и все. Ну, сейчас, давай. Когда дергал, нахуй. Вырвал, думаешь? Ну, почти вырвал его, нахуй. Да не надо, сейчас все равно, что? Откручивай. Держать надо будет. Говорит, я, говорит, столько в автосервисах переработал. Но Ниву никогда не разбирал. Я говорю, сейчас научу. Я, кстати, сейчас от ремонта этим всяким автосервисам не доверяю вообще. Потому что что-нибудь там раз рычаги мне не затянули, раз еще что-то не затянули. И поэтому сейчас только самому. На монтажке мне раз это, развал еще на шестерке сделали. В случае. Поехал я в деревню за молоком, все, приехал, думаю, что я так по дороге не поймать. Они вот тягу рулевую
вот эту вот штуку не затянули. Вот эти вот, знаете, что болты-то идут на тягу, они их не затянули. И потом уже опять поехал в деревню, заехал в магазин, круто руль накрутил, ух, и она у меня вылетела. А я так с молоком хорошо шел. Не, так 120, и она бы... Все, до свидания. Сейчас, говорит, мы, говорит, сейчас пружину, говорит, вытащим, говорит, монтажечка, сейчас у нее хап, и она вылетит. Но она вылетит, спору нет, она вылетит. Но она может прилететь в лоб. Ну все, Фелида ля комедия. Да, потому что резиночка потом водичка туда. И все, почему он так, а почему он так развалился? Вот этот привод. Понимаешь? Это что-то интересный случай. Такого у меня не было, чтобы вот так вот выломало. Ладно, такая же процедура сейчас с той стороны. Там еще мост надо будет достать. То, что там у меня ж переделка. Мост уже на балку. А тут очень мягкий металл. И... Так что сейчас вот так вот еще. Все тут... Такая же процедура предстоит. Я вот не помню, какой фирмы это конструкция, но никогда не покупайте. А если покупаете, то сразу переделывайте. Тут меньше, чем однерка. Ну реально однерка железа. Ну, полторашка. Да однерка секс. Даже вот на этих яйцах толще. Да, сейчас вот систему переточу. Переточили. Сейчас вот так вот надо приварить, ты представляешь? Это уже прямить надо, да? Да, это выпрямить. Ну ты это знаешь, как будем управлять. Хотя примерку прошло, сейчас все подходит. Осталось только варить. Блядь. Глаза. Вроде пойдет, да? Народ не расходится. Тут аттракцион нахуй какой-то кому-то собрался. Сало мазал. Давай, Ли. И чтоб гидробак закрыть, и потом не сливать с гидрока. Ой, не. Три кастрюли щей. Она и на ту хватила эти. Маш другую. Ту. Вот и смотри, как идет, а? Как по салу. По-моему, пошло. Сторона. Ну, одна сторона пошла, одна. Потому что вот это шишка. А если ключом потяни на эту сторону? Выдавил он. Надо было рукой держать, сука. Таите, таите, да? Нас и тут неплохо жарит. Сейчас пойдем посмотрим, сколько градусов. В тени 19, почти 20. Часа через два как раз солнышко подымется и будет замечательно. Да, Олега? Ты их еще не ставил? Шланчики блатные. У тебя их по-любому Мишаня спиздит. У тебя у одного такие будут, начнут их пиздить. Либо это, я как это. Все порежут свои старые, скажут, дайте, дай, купи такие. А что ты хочешь? Фэри, зачем? Каустика есть? Каустика есть, зачем фэри? На, у его. 5 рублей. 5 рублей? 5 рублей. Ну правильно, зато ходить будет. А что тут за параша? Что тут за параша? Нет, ее не умывать, вытирать надо, Мишаня, ты ее не вымоешь. Ёшкин кот, ты видал, Оля? Там кому-то кто горь земли просто бахнул туда и все. Что, прям тут будет стоять? Скоро, что я нахуй? А что, куда я нахуй? Не проедет. Кто? Пчеловод. На чё? На Жигулях. Хуя только есть. А ты где нашел? Дрова. Сейчас мы узнаем, какого она года. Она по-любому старше меня.
87-го, на 3 года старше. Сип-сельмаш, сеялка зерновая, прессовая, СТПЗ-3,6. 87-й год, она работает! Спутали, походу. Конечно, спутали сеялку. А это чья? А что без барон? Он снял, только что сказал. Витя, суй палец. Ты не тот суешь. А это в том году не работало, а не работало. Ну вот, потеплело, плюс 31. 20 какое-то апреля. Так. Что у нас тут происходит? Так, под низ это, Леха, да-да-да. Стабилизатор. Под низ. Как самый мелкий, да. Леха вниз. Я если там застрял, то будет... Так. Нет, Леха. Ты его не втиснешь. Ага, так вот через это. Так. Стабилизатор вообще снимать надо, нахуй. По ходу дела. Ну а так подходит. А что стабилизатор? Да? Подожди, давай. Это не подходит наоборот. Ага. Или ты не попал? Ну, эта сторона, вот. Блять. Вот. Все, я уперся в стабилизатор. Да. Та подходит, да, сторона? Здесь-то, да? Это здесь маленько нет. Чуть-чуть ее надо будет подбить и все. Или ту подбить, или эту на. Ту, наверное. Что-то надо поставить. Видишь, мы-то тогда приваривали этих уши-то уже тут были. Лежали. Да. Вот эти уши. Уже лежали здесь, когда мы приваривали. Ну-ка, стой. Вытащи тот край. Этот. Вот. Или что, сука, у нас получился, блядь, этот край больше, что ли, а тот меньше. Вот это вот. Ну, тот больше туда утопленный, что ли. Или что, я что-то не пойму, блядь. Ну-ка, или, давай. Может, что неправильно, Леха, механика. Не заходит, надо ее, блядь, видишь. Монтажечка вот сюда, блядь, ключик какой. Там-то заходит, а? Или нет? Не зашла? Нет. Заведешь? Да ты кати уже до покупки, хули ты. Ты его толкача заводишь? Нет. Так заводится. Я так понимаю, пранк удался. Все. Только Лёлик остался виноват. Пранк. Бедный рыжий, почему его так везет? Даш. Где Дашка? Мама сейчас за ней там пойдет. А вилла что там делают? Упали нахуй. Ну, Иван, давай. У тебя такой еще национальности не было.
Экзотика? Ну что ты, ну? Это свинья, это не баран, Вань. Ты чё? Да он думает, что это баран. Ваня, это хрюша, Ваня. Ну другая, что, экзотика, видишь? Она, походу, дело готова, Ваня. Она уже убежала. Ой! Это что за удачный эксперимент? А? Ребят, это я попробовать только хотел. Да она не так стоит, надо помочь. Так она готова. Ну не, ну Ваня, ну зачем? Ну так не надо, ну что? Ну что ты уже наглеешь, Вань? Ну чуть-чуть надо отогнать, Ванька, чтобы она отошла, ну. Ну что ты, ну бразерс не получается. Ну Ваня, ну ты ну порожняком-то зачем, ну? Ну что это такое? Дашка! Ну вот. Вот сейчас заходи. Ну, блядь, ты что, дурак, что ли? Ваня, ну что ты не так? Давай ее отгоним чуток. Во, сейчас пойдет дело, все. Во. Во, сейчас процесс пойдет. Ты смуглянка, молдаванка. Породу ты испортил. Он там не может нихуя попасть. Чё, говорю, завонял, там процесс пошел, все. А вот он, видите, он еще уши повесил, глаза закрыл. Ему стыдно, ей стыдно, видите, чтоб глаза-то прячут, им стыдно. А мы подглядываем, нам не стыдно. Ну, что поделаешь. Для меня такие слухи, Федь, дошли. Короче, это, очень плохие для тебя. Говорят, ты будешь этим... Боровым. Ну все, сделали с Федей Борова. Был хрях, стал Боров. Возможно, какие-то моменты ставлю, но не знаю еще. Вот. Посмотрим, то, что это так себе смотрится. Боже, нахуй! Это маленький. Такие Васек, как у него маленькие. Не надо им такие, нахуй. Это просто повезло, что он это в клетке что-то схуднул. Ему воля надо, нахуй. Сейчас он неделю. А где Таня? Да еще в кому-нибудь сеть еще в такому, как я. Ее туда не будешь? Конечно буду, сейчас подожди ты все. Вот сейчас визжать начнет. Нет. Туда вовнутрь. Кровит, да? Вот нижний, я тебе заебись, как пиздец какая. Тише, пацаны. Держим. Держим йод. Все, йод пошел, держим. Мы даже еще лучше. Был пацан и нет пацана. Чего? Все, отпускать можно? Пускай Вася вставай. Ну да. Так. По очереди. Давай, гони. Пошел. Пошел. Yeah.